Модуль OpenMV TV Shield умеет передавать по воздуху аналоговое видео в формате MTSC с камеры машинного зрения OpenMV. В основе модуля лежит микросхема VS23010DL – видеоконтроллер со встроенной памятью SRAM. Он преобразует содержимое цифрового буфера в аналоговое видео MTSC PAL с фиксированной частотой 60 Гц. Беспроводной передатчик MM213TL получает картинку от видеоконтроллера и вещает аналоговый сигнал на частоте 5,8 ГГц. Модуль TV Shield устанавливается на контактной колодке камеры OpenMV и не требует дополнительного питания. Обмен информацией происходит по интерфейсу SPI с дополнительными пинами. Остальные контакты GPIO на платформе камеры остаются свободными для подключения дополнительных модулей. TV Shield поддерживается в среде разработки OpenMV IDE, которая содержит примеры работы с модулем. Все необходимые функции собраны в готовой библиотеке TV. Для получения изображения по воздуху понадобится отдельный приемник на 5,8 ГГц. Также подойдут FPV-очки или шлем со встроенными приемниками. Shield умеет передавать композитное видео и по проводу. Для подключения к телевизору потребуется припаять провод с разъемом Tulpan к плате. Беспроводной передатчик имеет 8 каналов и способен передавать изображение на расстояние до 100 метров прямой видимости. Подробнее о настройке и работе можно прочитать на нашей вики. Теперь можно создавать FPV-дронов своими руками с использованием всех возможностей машинного зрения и обработки изображения на лету.